Замість дороги – глиняна повінь. Вулиця Мандриківська потопає у болоті. Ця проблема спіткала вулицю вже більше року тому. Хоча місцеві кажуть, ніби вона і завжди була проблемною. Особливо ситуація загострилася улітку. Тоді ми вже розповідали про неї. Друге пришестя великої глини – у січні 2021. Зараз лютий, а багно і досі несе з боку південного вокзалу. Дощоприймачі з цим потоком упоратися не можуть. Дороги здебільшого мають аварійний стан. Як тільки дощ або сніг, розповідають місцеві, негайно опиняються у глиняній пастці. Їхати неможливо, ходити й поготів. З християнського спуску во время ливні вода движеться прям сіливими потоками, не сходить на Мандриківську. Вот стоит вода по колено на Мандриковской возле многоэтажки, подмывает фундамент. Вот на, ну, проезд тут невозможен, только на танках. Здесь когда ливни, вообще проехать невозможно. А ливневки есть? Я думаю, если они есть, то их никто не чистит. Забивается все, весь мусор, весь хлам сюда все. Ну дорога такая 50 лет. А вот ну, может быть, 40 лет назад здесь была брусчатка. Вот и дело. Купила в интернете такие калошики, так и хожу. И все. И вот это приходится ходить вот по колено в грязи, потому что вот дома построили. Вот. Тут была всегда какая-то такая маленькая там речечка. Ну вот, речечку перегородили. И все, все, что вы видите вот теперь. Вот эта вот глина, это оползень где-то над железной дорогой, который в один прекрасный момент разрушит железную дорогу. Я это знаю, потому что у меня дочь гидрогеолог, и она все вот это вот дословно мне рассказала. В один прекрасный момент состав тяжелый пойдет, упадет на Мандриковку, и будет куча человеческих жертв. Размывает большой такой схил с глиной. И глина несет, и глина забивает просто, если вода промывает хоть чуть-чуть, то сейчас глиной все забивается. И вот глина течет по всей улице, затекает в жилмассив этот, дети не могут ходить в школу, старики не могут пойти в магазин, я не говорю там в аптеку и так далее.